Hey, ребят, всем привет! Меня зовут Лена Крупина, и это мое, наверное, ежегодное видео о моем ежедневнике. Но, к сожалению, либо к счастью, но точно к продуктивности, в этом году я не покупала ежедневник, потому что уже как полгода я полностью переехала в свой телефон, и все планирование делаю на телефоне. Те, кто следит за моим каналом очень давно, знают, что я безумно люблю всю канцелярию, ежедневники и все это планирование, это прям моя любовь. Поэтому и в этом году, как и предыдущие года, в январе я просто не могла не рассказать о том, как я планирую свое время. И плюсом я расскажу еще, что в моем телефоне, то есть совмещу приятное с интересным. Я сама люблю такие видео, это повод поставить себе новое приложение на телефон, так что надеюсь, что вы чем-нибудь воспользуетесь. Здесь нет ничего проплаченного, все приложения почти бесплатные в телефоне, которыми я пользуюсь. Я покупаю только Apple Music. Ну, в общем, разберемся по ходу. И не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, чтобы я снимала чаще такие видео и можете заценить мой лук. Даже если он вам не нравится, мне он нравится. Это изначально была другая одежда, другая прическа, но я подумала, что это должно быть что-то более офисное, но не слишком офисное, чтобы не подумали, что я училка. Давайте перейдем и узнаем, как же я планирую свое время и что я вообще делаю в телефоне. В общем, на экране блокировки у меня стоит милая картинка. Когда разблокируешь, вот тут такие милые чуваки из Короля Льва. В принципе, у меня максимально минималистичный рабочий стол, потому что люблю, когда все прибрано, когда все по папочкам. Здесь у меня календарик, это вот влево, когда смахиваешь, здесь у меня погода, зарядка, здесь уши я проверяю и просто сколько зарядки на телефоне видно. Моя самая частая кнопка To-Do, карты, и да, я слежу за тем, сколько я сижу в телефоне, потому что я типа стараюсь долго не сидеть. Но в принципе не так много, я вам скажу. Пишите, кстати, в комментариях, сколько вы проводите в день в телефоне. Я слышала, что одна девочка-блогер проводит там по 12 часов. Это вообще же жизнь. На первом экране, первый в левом углу, у меня App Store. Дальше настройки, фото, камера. Чуть ниже это конвертер валют. Я часто пользуюсь, потому что у меня очень много что приходит в долларах. Часы, мои будильники. Но я особо не пользуюсь. Мировое время. По факту это города, в которых я очень хочу побывать. С погодой, кстати, у меня тоже такая штука есть. Мой город, Москва, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон, Канберра, Сочи, Нижний. Ну, это где я, типа, бываю часто еще. Сочи и Нижний — это не города, где я хочу побывать, если что. Google переводчик я тоже часто пользуюсь. Фото. Ну, здесь, я не знаю, это я вот пофоткалась, что я снимаю видео, а так и здесь. Ну, вот это с сегодняшних покатушек. Ничего интересного. В принципе, вы все это видите. Яндекс.Почта. Там у меня три ящика. Мой личный, рабочий и еще один. Папочка Social. Здесь у меня все социальные сети. Заходим. На первом столе это самое часто используемые — YouTube, естественно, ВК, творческая студия YouTube, это типа для авторов. Дальше Telegram, TikTok, Twitter, Facebook и WhatsApp. Дальше мессенджеры всякие, но этим я уже меньше пользуюсь. На Pinterest только часто еще захожу. И Stories Gain, и Label Up пользуюсь. Goodblogger еще пользуюсь, ладно. Но они чаще через уведомления туда захожу, либо через поиск, вот этот вот, который здесь. Поэтому они в конце. Дальше фото и видео — это приложения, которыми я пользуюсь. InShot, здесь я монтирую видосики. Бумеранг — это все вы знаете. Snapseed, здесь я убираю прыщи с лица и делаю такую базовую цветокоррекцию иногда. Ну, прыщи с лица, если вы не знаете, как убирать, у меня как раз после Нового года от сладкого вылез прыщ. Так, я их все замазала, но, ну вот, допустим, ну вот давайте родинку уберу, чтобы было понятно. Берете инструмент, точечная коррекция, прибавляете и оп. Все, у вас нет прыща. В моем случае родинки. Но нет, родинки я не удаляю. Я удаляю только прыщи, вот у меня здесь сейчас вылез. Но это я понимаю, что от сладкого. Ну и делаю, когда какая-то дичь. О, смотрите, какая старая. В общем, какую-то такую штуку. Лайтрумом я, в принципе, и фотошопом не пользуюсь. Еще очень не знаю. В общем, вы банили. Здесь я накладываю через редактировать фильтр. Все. Ну, кстати, прикольная фотка получилась. Дальше здесь Facetune. Ну, в принципе, этими приложениями я всеми не пользуюсь. В навигации у меня Яндекс.Такси, где я собираю баллы по Яндекс+. А Passenger — это автобусы. Я езжу на автобусах. Google карты, еще какие-то карты. Яндекс.Метро — это когда я бываю в Москве. Авиасейлс — там я часто мониторю билеты, куда стоит, сколько улететь. Вот. Ну, просто по приколу. Летаю я только в Сочи, наверное. Яндекс.Карты, Booking. Жилье бронирую, когда в Москве, либо в другом городе. В GetTaxi, но я пользуюсь только Яндекс.Такси. Мне почему-то другие не нравятся. Они какие-то не нравятся. Объяснение — это мое. А здесь у меня Сбер, спасибо, Почта России, Сбербанк, Тинькофф две штуки,
Сбербизнес, я ИП все-таки. Мой МТС, Майя, мое клевое приложение для девочек. Госуслуги, Юмани, это типа Яндекс.Деньги, мне туда тоже приходят какие-то деньги, вот. Кстати, можете поддержать мой канал по ссылочке в описании, там есть ссылка для донатов. Налоги физических лиц, ну, в общем, здесь такие довольно важные вещи. Дом Клик, там у меня квартира моя строится. Валет, это типа кошелек со скидочными карками. Картами. Но у меня еще есть просто кошелек. Я пользуюсь вот этим кошельком. Дальше Enaz. Здесь всякое барахло, которым я не пользуюсь, либо которое нахожу через поисковик. Ничего интересного нет, чем я пользуюсь. Ну вот Medium, типа прикольная приложуха, но я тоже им перестала пользоваться. Это если вам интересно, типа статьи здесь всякие прикольные бывают. На английском, естественно. Это я, когда активно занималась английским, я такая, типа, да, буду читать каждый день, но нет. Дальше док. Здесь у меня документы. Логично. Яндекс.Диск, вордовские файлы, сториборд. Это, кстати, штука для раскадровку. Ну, знаете, такие приколюхи, вот. Но я редко и пользуюсь, я чаще рисую на бумажке. Вот, есть ролик, мы снимали. Но я, как видите, не особо им пользуюсь, но так-то тема прикольная. Google Диск постоянно пользуюсь, Evernote, это тоже приложуха, но я не особо им пользуюсь тоже. Таблицы тоже бывает нужно, где-нибудь что-нибудь открываешь, чтобы сразу в приложении можно было что-то поправить. У меня все вообще, в принципе, на Google Диске. Расписание по обучению, что я изучаю сейчас. Контент, здесь я выстраиваю график, когда, в какой день у меня выходит видео, и какие-то еще идеи сюда накидываю. Видео на английском языке я сюда перекидываю, типа сценарий скидываю, доходы свои считаю, вот сценарии, какие-то еще пометочки. Здесь у меня сценарии для видео, видите, тоже папочки есть и просто накиданные. Но их я чищу, когда видео снимаю. А по КВН здесь какие-то штуки по Ютубу, по Инстаграму, это Google Фото, я не знаю вообще, что... Он сам их издает, я не прошу его об этом вообще. Заметки — это, наверное, самое используемое мной приложение, потому что здесь я веду свое планирование и записываю всякие штуки. Вот, как видите, Туду — это вот заметка, в которой я составляю свой план график. Мы ее сейчас оставим, наконец, на сладенькое. Дальше книги, фильмы. Здесь я пишу книги, которые хочу почитать, и фильмы, которые хочу посмотреть. Книги я... Их намного больше, которые я хочу почитать. Я просто их сюда записываю, потом скачиваю на электронную книгу, там храню, отсюда удаляю. Вот. А фильмы удаляю, когда посмотрю. Хочухи — это типа то, что я хочу. Да, я веду списки, это мое вообще. Вот, дальше здесь вождение. Это я считаю, сколько я потратила уже на вождение. А, нет, это другая штука. Это я считаю, сколько мне нужно в этом месяце потратить. А траты на права — это вот как раз где я считаю по... сколько я уже потратила на права. Всякие заметочки бывают для постов, для сторис, оплата по сотрудникам, что купить нужно, по психологу я там пишу заметочки всякие, купить еда. И по Инстаграму я сюда накидываю, бывают идеи по Ютубу, в общем, всякое барахло. Но самое интересное — это Туду. Здесь у меня система так-то календарная, вот так вот. То есть здесь день недели, дата, месяц. Примерно как это выглядит. На самом верху у меня дела, которые не привязаны ко времени, которые нужно просто сделать когда-нибудь их, желательно поскорее. Дальше сторис. Это у меня каждый день у меня приходят мысли в голову, что вот, о, надо об этом сторис рассказать или об этом. Вот здесь куски такие отвалившиеся, которые я еще не сделала, но которые можно сделать, и они, в принципе, не сильно привязаны ко времени. И дальше пошло день и дела. Примерно вот так это выглядит. Это был вчерашний день, 6 января. Как вы видите, я спокойно могу не доделать свои дела, я просто их переношу на другой день. Это просто вот так вот зажимаешь и переносишь. Вот, сегодня я попылесошу, обещаю. Вот, это как, кстати, вот, съемка видеопланирования в телефоне. Вот, я его вчера не сделала, а сегодня сделала. Вот, как видите, здесь есть дела по времени, да не мусор вынести. Да, я бывает забываю вынести мусор. Бывает по времени, но я их сортирую по важности чаще всего. Вот, это здесь отодвинутые дела, которые группочкой такие. То есть это нужно по обучению у меня уточнить, вот. И я это отодвинула в сторону, чтобы это выделялось такой отдельной
категорий. Здесь я пишу и как большие, крупные дела, типа мыть голову, шутка. Лекцию посмотреть, заказать, заказ сделать через Яндекс, вот, сделать обложку и загрузить на канал видео, то есть это такие большие, крупные дела. И также мелкие пишу, типа читать и ванну с книгой. Я очень люблю ванну принимать, вот, и все, хочу принять ванну и почитать с книгой, но это у меня уже течет, я не знаю, наверное, с прошлого года эта штука, я каждый день переношу. Я стараюсь каждый день на следующий день выстраивать график, поэтому, в принципе, у меня дни довольно свободные, только какие-то такие дела, которые привязаны к конкретным дням. Так как сейчас начало года, я еще чуть-чуть раскачиваюсь, у меня нет четкого плана на каждый день, у меня есть только контент-план в Google документах, и я оттуда позже сюда. В принципе, у меня график не такой насыщенный, визуально здесь выглядит, но он каждый день превращается примерно вот, ну, то есть сегодня, на завтра он превратится во что-то вот такое вот длинное. Это же, опять же, все перенесется на уже четверг, пятницу, смотря сколько я сегодня успею. В пятницу добавится монтаж этого видео, и то есть, ну, вот так, они наращиваются, и получается, что каждый день я выстраиваю график на завтра, либо есть вот такие вещи, которые, допустим, ну, крупные, допустим, вот по вождению позвонить, экзамен скоро, вот пересдача, опять же, здесь написано. Когда новые линзы сменить? День кино, конечно, это для тех, кто следит за мной в Инстаграме, уже знает, что это такое. По Ситибанку там со счетом разобраться, другие новости снять. То есть, ну, вот такие какие-то крупные вещи у меня записаны. Помимо этого, у меня еще есть каждый день обучение, я стараюсь каждый день изучать какие-то лекции, смотреть вебинары, какие-то такие вот штуки. Иногда что-то покупаю, иногда смотрю бесплатные вещи. И еще я стараюсь каждый день читать и поглощать контент. Инстаграм я постоянно веду, ну и Ютубом всегда занимаюсь. Эти вещи такие, которые вообще постоянные, я не пощу. Мне кажется, что такая система очень удобная и не тратится много времени на оформление. И самое удобное, что это все в телефоне. То есть, где бы я ни находилась, у меня всегда с собой расписание. Я всегда знаю, что я делаю. И не держу это в голове, потому что я могу обо всем забыть. Допустим, я могу забыть, что у меня через неделю пересдача на вождение. Это вообще нормально. Идем дальше. Уровень знаний, как я у меня в голове, это типа, что здесь я повышаю уровень знаний, уровень насмотренности какой-то. Вот, у меня здесь медиатека, Кинопоиск, мои шоу, это мои сериалы, которые я смотрю. Если что, нет, я не смотрю все эти сериалы, это у меня мечта когда-нибудь в жизни посмотреть все эти сериалы. MyBook, слушай, это аудиокниги я здесь слушаю. MyBook слушала, когда была бесплатная, Литрес тоже слушала, когда была бесплатная. Storytel, но это тоже слушать книги. Вот, в общем, я их все бесплатные версии прослушала, пока не решила, какую хочу купить. Chatium, здесь курсы по школе Zoom, которые я прохожу. Если хотите, вы, кстати, тоже можете, по моему промокоду Лена Крупина, вроде бы туда еще есть скидка. Coursera, здесь тоже обучающие штуки, я тоже бываю что-то смотрю, но здесь проблема, что здесь очень много на английском языке, но в принципе я его изучаю и какие-то вещи мне понятны, но если это простые темы, но если что-то сложное, то естественно я еще на русском. Шекси, там сериалы разные можно бесплатно посмотреть, а Apple TV, когда я покупала телефон, у меня на один год было бесплатное пользование, я смотрела там сериал The Morning Show, но больше я там ничего не смотрела, подписка кончилась, я продлевать не стала. Nike Training и Nike Run Club, если вы следили за мной в Инстаграме, тоже знаете, что я начинала тренироваться именно с этих приложений дома, но сейчас я хожу в спортзал и занимаюсь с тренером. Я решила, что сама себя мотивировать я не могу, а когда ты платишь деньги тренеру, то вообще с радостью и с легкостью хочешь куда-то. Но и здоровье это важно, и спорт это важно, я как спортсменка бывшая, да, понимаю, поэтому сейчас занимаюсь спортом для себя и не гроблю здоровье. Mazda, это у меня по машине, здесь заправка, здесь я отмечаю траты на машину и страховка. А кошелек, здесь у меня разные карточки, вот эти вот странные, типа куча карт, я их перенесла в кошелек, это очень удобно. Spotify, музыка, но я чаще пользуюсь Apple Music. Экзамен по ДДЭ, так как у меня недавно был экзамен. Да, здесь внизу у меня, кстати, звоночек, телефон, смски, Safari и музыка. Музыка, я слушаю песни. Вот у меня сейчас что в плейлисте в последнем. Вот такой странный плейлист. Вот, ну и бывает, слушаю что-то из вот таких вещей. За Apple Music я плачу, поэтому я кайфую от него. Там, по-моему, в месяц что-то 69 рублей или что-то такое. Я, так как слушаю музыку, я вообще кайфую и не парюсь. Safari, ну тут я бывает в
Вот, сериал смотрю сейчас. Когда бегаю на дорожке, смотрю сериал. Это вообще находка, мне кажется, для меня. В сафари что делают все? То же самое делаю я. Следующая страничка у меня. Здесь у меня Инстаграм. Инстаграм на отдельной странице, чтобы пореже в него заходить. И потому что я его периодически удаляю, чтобы на него не отвлекаться. Потому что там часто приходят уведомления от новых подписчиков. Когда какие-нибудь соревнования, я часто удаляю приложение, типа, на весь день, чтобы не долбилось вот это. Но без звука, но все равно. Я стараюсь, не стараюсь, я всегда всем отвечаю в директе, поэтому пишите, я вообще рада с вами общаться. И отмечаю, вообще общаюсь там, но просто когда работаю, то стараюсь удалять приложение, чтобы не отвлекаться. А я тут шоп пропустила на этой странице. Вернемся. Шоп. А здесь у меня карты карусели, Яндекс.Маркет. Яндекс.Маркет я там часто тарюсь, и вы... Кто, опять же, следит за мной в Инстаграме, знает, я там покупаю вообще все, от зубной пасты до гречки. Когда ты конкретно знаешь, что тебе нужно, чтобы не ходить по магазину, не выбирать, и чаще всего там дешевле, чем в магазине. А Макси — это у нас клевый магазин в городе. Глобус тоже мой любимый магазин в городе. А Delivery Club — это доставка еды. Метро. У меня ИП есть туда доступ, я туда хожу, мне там очень нравятся чизкейки и всякое, ну, нравится мне там. Мне нравится, что он большой, и там прикольные штуки всякие бывают. Wildberries, раньше я, когда Яндекс.Маркета не было, там все это дело покупала, вот эти зубные щетки, пасты и все для дома, но Яндекс.Маркет мне нравится больше, потому что там, типа, больше выбор. Единственное, что я замечала, что на Яндекс.Маркете чуть подороже, чем на Wildberries. Но когда делаешь, типа, большие закупки, то вообще пофиг. И удобно, что доставка Яндекс.Маркета находится прямо рядом с домом, как будто это уже реклама Яндекс.Маркета. Ну, блин, нет. А Asos, LaModa, там я мониторю вещи, типа, что мне нравится, популярное, но очень редко заказываю одежду в интернете. Люблю больше все-таки лапать. Очень люблю ездить в какие-нибудь города и там закупаться, типа, в Москву, в Казань, в Нижний. И здесь eBay я пользуюсь через компьютер только, ну, заказы там делаю. Авито, я там продавала микроволновку, поэтому приложение стоит. Фарфор — это доставка еды, кстати, прикольная доставка. У меня любимый там десерт — банан со сливочным сыром. Ну и, в принципе, там нормально. Икея, люблю Икею, но через приложение ничего не заказываю, тоже заказываю через компьютер, либо... через физический магазин где-нибудь в Икее. Итак, возвращаемся к нашему последнему рабочему столу. А после Инстаграма здесь Fat Secret, я начала считать калории. Не знаю, насколько мне хватит, и мне кажется, я это делаю неправильно, потому что у меня нет весов, и я делаю все на глаз. Но примерно, плюс-минус, дай бог, вот. Я поставила себе цель, типа, там скинуть, вот, но пока я только набрала. Но в оправдание новогодние праздники я, типа, ну... ем чуть больше сладкого, чем нужно, но по калориям вроде бы не перебираю. Twitch поставила, хотела там завести канал типа про гимнастику, но пока что-то бросила. Ну, не бросила, даже не занялась, я просто зарегалась и поставила приложение. И Coffee Like, вот у меня тут тусовки начались, ну как, у меня бывают тусовки, у меня появилась машина, вот, и типа иногда бывает вечером езжу за какао, люблю какао. Ну что, друзья, на этом все. Да, кстати, зацените мой новый чехольчик. Если вы смотрели влог, то вы видели, откуда он у меня. Пишите в комментариях, если видели и знаете, откуда он. Я буду знать, сколько здесь моих преданных фанатов, которые сердечком следят за мной целыми днями. Люблю вас. Я рассказала, что в моем телефоне, и также показала, как я планирую свой день. Напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, и если да или нет, напишите да или нет. И пишите в комментариях, как вы планируете свой день, все-таки в телефоне или по-прежнему в ежедневнике. Если в ежедневнике, то я вам очень сильно завидую, но я понимаю, что я сейчас... не хочу тратить на это время и стараюсь максимально быстрее ускорить свою жизнь. Да, кстати, можете тоже написать в комментариях какие-то приложения, которые можете посоветовать вы для айфона. На этом все, я с вами прощаюсь. Помните, что я всех очень сильно люблю. Мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!